в магазинах так называемого ресейла, перепродажи, вы можете купить качественные вещи по сходным ценам, даже новые и с этикетками. Это могут быть вещи из старых коллекций дорогих магазинов. Возможно, кто-то из обеспеченных людей таким образом облегчает свой гардероб, сдавая в магазины ресейла. Ресейл-площадки в основном специализируются на люксовой одежде или сегмента премиум. Поэтому эти вещи в очень хорошем состоянии, хорошего качества. То есть на порядок выше, допустим, вещей масс-маркета. Вообще отличается ресейл тем, что каждая вещь проходит тщательный отбор. Вот систему тщательного отбора для того, чтобы попасть сюда в магазин. В Перми есть несколько таких магазинов, здесь можно найти обувь и сумки известных брендов. Модные дома выпускают вещи, которые долго не выходят из трендов и отличаются знатным качеством, служат не один год. Еще один плюс – это вложение средств в брендовые вещи при аккуратном использовании, например, сумки, с годами не теряют в цене. Изготовление, оно вообще на несколько уровней выше, чем изготовление масс-маркета, поэтому вещи служат очень долго, не так, что вот сезон только один. Ну и вообще, конечно, сейчас вот эта тенденция экологичности, то есть поддержать, не засорять как бы природу покупкой одноразовых вещей там на один год, а люди идут сюда. И люди сюда идут, потому что экономят. Экономят деньги, ты купила классные брюки, и ты можешь их носить пару лет. При покупке вещей в ресейле обратите внимание на бирки, логотипы, внутренние ярлыки, швы, качество ткани, нитки и подклада. В секонд-хенде подход к выбору вещей будет другим. Наш эксперт советует: сначала соберите все, что вам нравится. Корзину кидайте, кидайте, кидайте. Потом вы идете в примерочную. Из них вы себе оставьте только 5 вещей. Тщательно все перемерите, посмотрите, допустим, там, ну, я имею в виду, там, из 30 вещей оставьте 5. Вот. Может быть, эти 5 еще желательно отсортировать, может быть, оставить 2. Тщательно осмотрев и примерив вещи из старых рук, подумайте, с чем вы их будете компоновать в своем базовом гардеробе. И только потом оплачивайте обновку. Наш эксперт советует: в одном образе не надо смешивать сразу все вещи из старых рук. Их надо миксовать с актуальными вещами или с люксовыми, если получится найти.